Члены Бердской городской общественной палаты продолжают вести выездной контроль за реализацией программы «Комфортная городская среда». Наша съемочная группа узнала итоги очередного рейда. Бердск третий год участвует в национальном проекте «Комфортная городская среда». И комиссия общественного контроля мониторит ход ее выполнения. Представители общественной палаты, управляющих компаний и управления ЖКХ каждый вторник посещают все дворы, попавшие в программу. 23 июля прошел уже 9-й по счету объезд. На большинстве объектов – Вокзальная 12, Северный 19, Ленина 13А, Ленина 14, Кутузова 1 – основные работы уже завершены, осталось только навести лоск. На Кутузова 1 никак еще не можем вырастить траву. То есть там должно быть озеленение, на детской площадке должна быть трава. Ну вот она, скорее всего, из-за того, что нарушена технология, травой и близко не пахнет. Та же ситуация и на Ленина 13А. Двор отремонтирован, осталось благоустройство детской площадки. Две недели назад к программе «Комфортная городская среда» присоединились два дома – Островского 107 и Лунная 16. На Лунной 16 работы идут по графику, но общественники считают, что они не могут быть выполнены в полном объеме без решения проблем 17-го дома. Там вопросы есть и к КБУ. Работы проводились, до конца не сделаны. И вопрос очень большой с водоотводом. И вообще, надо, мне кажется, собраться все вместе и в конце концов решить эту проблему. Потому что жители жалуются, жители волнуются. И наша прерогатива, наша задача – эту проблему решить. По итогам рейдов члены комиссии общественного контроля отметили, что практически возле всех домов, попавших в программу благоустройства в 2019 году, утопают колодцы. Но эти работы уже не входят в программу комфортной городской среды.